И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же набираться. И если все пойдет по плану, то по идее еще две серии, ну может три. Да помимо вот этой серии, то есть с этой четыре на операции. Потому что мне осталось от короля риперов, от альфа рипера добыть лут. Это сейчас за этим пойдем. Я хочу попробовать на гамма чисто с дробашом выйти. Раз на раз. Пошли за гаражами, выйдем. Вот. И бета, альфа. Каждая серия по отдельности. Потому что все-таки он долгий. Он как ни крути долгий. Он легкий сравнительно, но он долгий. Вот, поэтому 4 серии, по сути, и все, и мы летим на Extinction, да. Там я даже боюсь представить, сколько будет серий, потому что там прям конкретно дофига чего нужно делать. И я не знаю, буду ли делать перерыв или нет, там будет видно ближе к следующему сезону. Да, еще бы вот со стоечкой для микрофона что-то придумать. Вот я постоянно туда-сюда двигаюсь, и звук из-за этого прыгает. Ну ладно, бог с ним. С этим всем. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас сначала вам показываем рипера. Вот такого вот рипуля. Рипуля, он у меня альбинос, чутка. Здоровье у него почему-то вот такое и осталось, но жесткий, что до дури. Качаю ему чисто урон, потому что я так посмотрел, а ему больше ничего не надо. Поэтому качаю чисто урон. Но сегодня не он звезда, сегодня звезда у нас Дрейк, и мы тусанемся по поверхности. Так, ну а что, а все, погнали. Мне, по сути, больше ничего не нужно, но это на всякий случай оставлю, на щит пускай будет. Погнали на поверхность, сейчас как раз мне везет, и ночь долго, но скоро уже начнет светать, и это проблема. Потому что... Да, такая беда. Идем к выходу 3, это правый верхний угол, потому что я смотрел по видосам. И там получается очень часто у кого именно вот здесь-то были альфа. Альфа тусовались здесь часто. Но опять-таки же, альфа, они появляются, когда ты зачищаешь локацию. И я, дебил, короче, в эту ночь, походу, никуда не пошел. Потому что, или все-таки пошел, может, успею. Я опять забыл взять светлячка с собой. Так, я вернулся. Ну, посмотрим, что у нас в этот раз. Вообще, надо следующую ночь уже дожидаться явно. Вот, потому что, ну, тут уже как бы явно. А что у вас так много? Да нифига себе. Это так нормас. Аж трех сразу вылезло. Ну, если в так вы будете вылазить, то у меня довольно-таки быстро все это дело. Альфача в этого вызову. Кстати, ну, естественно, нету. Где? На все костюмы эти сраные часы добывать. Ну, ясно. Кого я ищу? Да. Пролагала, подлагала. Мне больше вопрос, а по времени? Когда я узнаю, точнее, как я узнаю, что тренда? Вот, мне больше вот это вот интересно. Потому что я бы хотел бы узнать до того, как я начну поджигаться. Это было бы очень даже прекрасно, если бы я узнаю заранее. В целом лучей нету. Это проблема номер два. Я бы хотел бы еще бы лучи подлутать. Поэтому давай-ка, наверное, я подожду все-таки следующей ночи. Во-первых, я уже не буду смотреть судорожно постоянно на время дня. Вот, а во-вторых, лучи. Лучи еще подлутаем дополнительно.
Вот, так что подождем. Надеюсь, ночь такая же будет на 90%. Так, включайся. На 90%, надеюсь, такая же ночь будет, как и сейчас. Подождем. Так, время почти 6 утра. О, 6 вечера. Давай проверим здесь. Ну, я не сдох, я не сгорел, а должен был быть еще на мосту сгорать, начинать. Отлично. Значит, все-таки уже норманс, и если что, ну давай, на всякий случай, давай пробежимся дальше. Все, огонь. Все, норманс, не горю. Фу. Ну, здесь бы я уже точно сгорел. Все, погнали обратно к выходу другому. Говно раскидывает. Собака. Ну, отлично. Погнали к выходу номер 3. Обратно. Или я 4 сейчас нажал. Честно, все еще до сих пор очков. Вот это вот как-то куда-то идти. Но погнали, что поделаем. Так, выход. Я ж правильно иду? Или меня... естественно, я перевернул. Блин. Зато так светло здесь было. Ой, прям слов нету. Короче, смотрел какой-то видосик, глянул. Там показали 3 координата. Нажмем на паузу игру. Пока. И я рассказываю. Так вот, координаты 2268, 2676 и 2380. Плюс-минус все в одной куче. Пройдем сейчас по этим координатам. Мало ли вдруг реально что-то где-то как-то и как-то оно цепляется за эти координаты. Включаем свет. Камера. Мотор. Погнали. Так, к примеру, 2268. Это вообще в целом вот прям вот здесь. Как вас тут много. Клево. Блин, так клево. Вот всегда бы здесь можно было ходить. Светло, хорошо. Вашу ж мать. Но нет же, конечно же, естественно, нельзя. О, добрый вечер, ты еще один. Да сикеры, пошли вы в жопу. Ну и что ты куда побежал? А, так это трупы, блин. А они до сих пор здесь валяются еще. О, добрый вечер. Как вы рассматриваете на то, чтобы я вас завалил? Это, ну... Ну что ты вот прячешься от меня? О, здравствуй, здравствуй. Побегаем, поубиваем. В общем, за эту ночь, если я альфача не найду, ну, так уж и быть. Возьму лут и пошел все в жопу. Ну, честно, да. Вот честно, бля, просто вот. Нет времени, я честно, я думал, что у меня не получится. Такая болтология будет серия. Вот, и параллельно будем убивать мобов. Я вообще думал, что у меня не получится записать серию. Вот, приехали гости, я думал, не получится. Гости пошли с друзьями отдыхать, назовем так. А у меня, чего, времечко появилось, отлично, почему бы и нет. Я же хотел по координатам пройтись. Давай пройдемся. Так. Ой, нифига, как я далеко ушел от координат. Ну, допустим, 2676. Погнали. Это какие нафиг координаты? Тут бегаю везде, они везде здесь спавнятся. Но реально по координатам пройтись интересно. Че, их зря выписывал, что ли? Так, с 2676. Ой, добрый вечер. Как ваше ничего? Ну, я вижу, что ничего. Здравствуй, ты такой красненький, ты пытался под альфача подкосить, но не проканает, я через трубу все вижу. И в целом они огромные собаки, просто ужас. Уи! Так, 2676, ну я практически здесь. А, это об камешек запнулся, я думал, об этом вот запнулся. Ух, музычка из Короля Льва, конечно, под убивание жнецов. Самое оно, ага. Ой, да вас уже трое. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Я рад вас встретить. Благо у меня Дрейк хороший. И рейты тоже хорошие на урон и так далее. Ух, красота. Ну, вот это примерно где-то здесь. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что... Но все равно хочу пройтись.
Да, это вот где-то здесь. Опять-таки же, да. Ну, понятное дело, что нет. Ну, я для себя поставил это цель проверить координаты. Но почему бы нет? Давайте все координаты проверим. Ну что ты там, бедолажка, застрял-то? Еще плюется, кидается чем-то. Ой, ну соплями своими кинул. Ну что ты за создание такое? Хотел сказать, человек, ха. Так, дальше 2268. Давай 2268 проверим. Ну да идите вы в баню. Я хочу уже по координатам пройтись, а потом бегать. Сколько хочу, где хочу, когда хочу. Они делают для себя какие-то отметки. Ой, да ты за мной прибежал, ну красава. Ты красавчик, давай. Иди отсюда. Я говорю, отсюда. Да в смысле ты спрятаться хотел? Дурный, что ли? Так, 22 на 68. Ну, это примерно так. Так, за выносливостью главное следить. Следить, послеживать. 22. Туда. Вот, где-то здесь. Все, еще одну отметку я прошел. Отлично. Я успокоился в этом плане. Что очень даже хорошо. Так, пошли все вон. И последний катран 23 на 80. Все, и я со спокойной душой могу потом тусоваться, где хочу. На 80 это туда. На 80 туда. Погнали. Ну прыгать ты будешь, чтобы твою. Ну вот, ну наконец. Сначала со всех скал свалился, а потом уже начал пытаться прыгать. Так. Мне бы координату словить. Класс. А чё лучей нет? У меня вот это больше интересно. Я тут еще как бы за лучами-то тоже пришел, если что. Почему их до сих пор нету? Ох, ну здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Аж три. Три, это, конечно, прикольно. Не так, конечно, сильно, но все равно. Давайте. Ну ты-то куда побежал? Иди сюда! Пошел. Придется еще за тобой идти. На, по башке. Блин, еще палец болит у меня. Именно как раз таки средний. Именно как раз таки, которым я жму вперед. Ну что ты от меня прячешься? Все, все координаты, короче, посетил. Я красава. А теперь можно погонять по лучам, поубивать альфа-чей. Вообще, я думаю, самое идеальное найти такое более-менее ровное пространство и уже типа шариться по нему. Не, ну а чё? А вдруг такой хоп, и там альфач? Ну? Я до сих пор еще офигеваю, как мне с Василиском повезло. Просто пошутил такой, будет смешно, если это. Если это будет альфач, такой бах, смотрю, аль там альфач. Ну. Так что, как бы ты делал такое? Угу. Никогда не знаешь, где кого встретишь. Ну, честно, честно, я думаю, я никого не найду. Вот прям, я в этом уверен. Я никого не найду. Почему? Ну, когда ты специально ищешь, шанс найти, ну, такое себе. Вот, поэтому я хочу совместить это дело с облутыванием лучей. Мне нужна броня, вот, хорошего качества, желательно рецепт. Ну вот, поэтому я хочу совместить
и то, ну не должно же у меня уж совпасть, что я в итоге и то, короче, это, не найду, и альфача не найду, и броню не найду. Ну, я даже надеюсь, что так не будет. Мне будет смешно, если в итоге, да, я и броню не найду, и... Да, и альфача. Ну, а что поделаешь? Что поделаешь? Судьба, значит, такая. Мне повезло. Вот. Опять буду перчатки металлические менять. Как перчатки? Ха! Да уж. Лучики лучше залутывать, чтобы они деспавнились, новые начнут спавниться, будет все офигенно. Ну, те, кто... Ёб твою ж за ногу, да ты серьезно? В смысле? В смысле? И это, кстати, по тем, как... Альфа выйдет погулять? Да добрый вечер! Ёб твою! Да ты серьезно? Я просто мимо него прилетел! Хвала тому человеку, который придумал часы и телефон для поисков Дина. Спасибо тебе большое, добрый ты человек. Если бы не твои часы, я бы сейчас бы еще бы тратил сраную лучу. Я просто мимо него пролетел. И, кстати, по координатам, что там, 26 на 76, да, координаты? 26 на 76! Я эти координаты и записывал. Твою мать! Серьезно? Ты серьезно? Офигеть! Ну кайф! Кайф! Ух! Клёво! Да, самое главное, видели, он еще не вылазил! Гнида! Да ты-то что вылазишь? Уже иди отсюда! Сдался ты мне больно! Все, братва! Ожоги эти ваши! Ух! А, кстати, пиздюки! Мне ж с вас надо это! Точно, мне ж с вас надо лутать, чё? Чё, лутать-то надо с вас? Так, не-не-не-не-не. Так, чё у нас есть? Ну-ну. Да, классно. Все, сейчас эту ночку побегаю. Полутаю лучи тогда. Ну, сейчас чисто уже по лучам буду бегать. А лутать, все дела, вот это вот и все. Ух, про. Реально! 2676 координат, который я записывал. И он реально был здесь. Слушай, может они реально по координатам? Запоминаем. 22 на 68, 2676 и 2380. Не забуду, на монтаже поставлю, но я забуду, так что запоминайте. Ну, и да и в целом я во время видео говорил эти координаты. Реально, возможно, это так и есть. Фиг его знает, может они реально по координатам появляются. Потому что я реально посмотрел по видосу. Чувак там показал три этих и все. Клево. Ну, а сейчас я по лучам пойду, погоняю. Ну, я думаю, без вас. Вы уже со мной по лучами гоняли же. Ну, да. Чего там не видели? Вот если найду что-нибудь интересное, я вам покажу. Ну, конечно же, покажу. Но как я могу не показать вам что-то интересное? Кто-то сказал, что это все мои видео? Ну, да ладно, я и сам знаю. Ну, ладно. Ну, вот это уже интересно. Маска защитного костюма Blueprint. Тоже есть смысл подлутать. И, кстати, я переместился. Там вообще был просто один луч, и все. Я переместился в левый нижний угол. Ну, вот это уже БПшка прикольнее, прикольнее. Хоть что-то из себя, да, представляет. Да. Так, ну вот здесь уже хоть что-то. Хитиновые перчатки Blueprint. Посмотрим, что дадут. Ну, я думаю, они, по крайней мере, будут лучше, чем простые металлические. А это уже хоть что-то. Тем более, хитина у меня срального туча много. Ну, по идее, да, 240 прочность и броня 228. То есть, это вполне неплохо. Хочу металлические. И все-таки, как же ж это красиво. Вот реально. Как же тут красиво. Интересно, как же, насколько здесь красиво днем. Я думаю, они тоже проделали
немало трудов, чтобы сделать днем здесь красивый уход, и по факту днем здесь никогда ты не можешь посетить. А вот там говно. Опять маска защитного костюма. Вот к фиолетовому лучу еще хочу сгонять, но... Сомневаюсь, что там будут легендарные металлические. Хотя, слушай, фиолетки легендарка тоже должна тусоваться. Ну, в смысле, металлические эти. Что ты как-то медленно летишь? Ну-ка, давай-давай. Ну, давай-давай-давай. Долети-долети. Металлический щит. Щит. Ой, там красный. Летим. Да, а в красном какая-то какаха. Ну как? Седло на спину, конечно, штука-то офигенная, тем более легендарная. Ну для меня-то это сейчас какаха. Куда мне седло для спина? А? А? Куда мне его? Никуда. Ты, что-то какашечное оно какое-то. 113. Фе. Кошмар. Так, если только в дробилку засунуть для ресурсов. Смотри. Это как? Чисто два луча, луч на луч, короче. Давай. Пока не забагались. У вас такое хоть раз было? А, это маскировочный. Маскировочный. Я подумал, металлические перчатки. А, металлический топор. Просто луч на луч. Какого фига? Я сейчас подлетаю синий луч лутать, а то просто луч на луч. На тебе садиться. Да ну нафиг, это реально первый раз. Не, конечно, я хотел бы посмотреть, что будет, когда они друг на друга сядут, и можно ли их залутать. Но, что-то, короче, это. Дроп залутать как-то поинтереснее было. Это что? Ох ты ж нифига себе! А здесь 50 на 50 стало, у меня светать начало. Ну, беда. И сейчас где-нибудь, короче, металлические эти будут. Не-не-не, все, короче, надо текать отсюда. Не получилось, не фартануло. А зато альфа-час гасанул, и на том хорошо. Ух! Ну и плохо. Самое главное, это залутали альфа-ча. Ну и хитиновые перчаточки, а тоже такие нормальные лутанул. Тоже как бы неплохо. Что замечательно. Единственное, наверное, яд безымянного нужно будет подлутать, но это не точно. Сейчас глянем. Так, вырубайся. Да, вырубайся. Не ту кнопку нажал. Вот, яд безымянного. У меня 21. А нужно... Сейчас глянем, у меня там заметочка есть. Нужно 20 и 12. То есть еще нужно 11 яда подлутать. Ну, вы понимаете, 11 яда подлутать будет намного легче, нежели залутать этого в целом все вот это вот дело. Я имею в виду альфа-лут. Намного легче будет. Вот такая вот фигулина. Красавцы! Вот. Вот, в целом, да, я на альфа-рипере побегал. Ой, на альфа-рипере. Вот для меня он на альфа-рипер, извините. Сколько урона вносит, это конкретно альфа-рипер. Вот. Детина, етишь, пассатиш чуть не разорвал, у меня одну хп оставил. Но, такой вот он. Вот такие вот дела. В следующей серии пойдем, наверное, на гамма с помощью дробовика. Почему бы и нет, сгоняем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну и остается только сходить на бетку и на альфа. И на этом уже сезон будет заканчиваться, да. С этой стороны прекрасно, а с другой стороны грустно. То есть, по сути, я сюда-то опять уже больше не вернусь никогда. Как не вернусь больше на остров, не вернусь больше на выжженку. И сюда тоже больше не вернусь. Ну, зато для вас остаются эти видосы. Да и для меня тоже. Я их потихоньку продолжаю выкладывать на рутубчик, чтобы, ну, на всякий случай, пускай они будут. Ну, кто ж его знает, что будет с ютубом, а уж рутуб это мертворожденное существо, никогда и не помрет, я думаю. Пускай там лежит тоже, лишним не будет. Буду стареньким, дряхленьким и буду смотреть свои видосики о том, как я путешествовал в этой прекрасной игре. Ну а на этом я же с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.
Mm-hmm.